уважаемые любители спорта, приветствуем вас на открытии нового сезона для баскетбольного клуба «Нижний Новгород», который сегодня дебютирует, ну, можно так сказать, на своем паркете, поскольку была первая выездная встреча в Бельгии. Но вот сегодня ответный матч, своеобразный дебют в Лиге чемпионов ФИБА. В этом турнире нижегородцы еще не участвовали. Но и для того, чтобы пройти в групповую стадию, нашей команде нужно преодолеть два квалификационных раунда. Ну и первый соперник, Antwerp Giants, состав его выйти на своих экранах. Команда, не хватающая звезд с неба, скажем так, но, опять же, способная создать определенные проблемы. Как всегда, бельгийцы, бельгийские клубы имеют в своих составах немало американских игроков. В общем-то, Antwerp Giants в этом смысле не исключение. Это Зоран Лукич на ваших экранах, наш новый старый наставник. Многим, естественно, болельщикам греет душу его возвращение. Ну а что касается соперников, то вот если возвращаться к проблемам, то в первом матче смогли бельгийцы максимально усложнить жизнь нижегородцам и выиграли первую встречу 90-87. А это означает, что сегодня Нижний Новгород должен выигрывать для того, чтобы проходить следующую квалификационную стадию с разницей более чем 3 очка. Всего этого могло и не быть, если вспомнить, как развивалась предыдущая встреча в Бельгии. Ох, первый заход на посадку в исполнении бельгийского клуба. Но не смогли забить. Так вот, та встреча складывалась непросто, но нижегородцы очень долго лидировали по ходу того поединка. Ну и лишь концовки хозяева смогли добавить, а вот нижегородцы не смогли остановить противника и в итоге уступили. Ну, посмотрим, как будет сегодня. Прежде всего, конечно, стоит обратиться к составу нашей команды, которая вот уже 40 секунд находится на паркете. Ну и давайте к стартовому составу. 19 у нас Иван Стрибков, Артем Камолов под четвертым. Это пара защитников, ну и тяжелая артиллерия. А легкого форварда играет Вадим Панин, вернувшийся в состав нижегородцев после, получается, трехлетней паузы. 3 года он провел в Униксе после замечательного сезона 2013-2014 года, когда нижегородцы стали серебряными призерами единой лиги ВТБ и добрались до полуфинала Еврокубка УЛЕП. Ну и еще двое больших. Стефан Еловац. По тому же сезону мы его помним. Серб тогда играл за вильнюсский Литовас Ритас. И был большой головной болью для Нижнего Новгорода по ходу того противостояния. Теперь он в наших рядах. Ну и главная боевая сила под кольцом — Илья Попов под номером 17. У Еловаца на спине восьмерка. Видоизменился, естественно, состав Нижнего Новгорода по сравнению с прошлым сезоном. Изменения коснулись прежде всего позиции легионеров. Нет в команде прошлогодних лидеров. Но поскольку все они в настоящее время уже ищут счастье в других клубах. Тот же Томислав Зубчич и Кенни Бойнтон переехали в Турцию. Сим Сандер Венна теперь в Италии играет. Ну и что об этом сожалеть? У нас, самое главное, появился тренер, на которого мы делаем огромную ставку. Столкновение Артема Камолова с противником, и фол нападения получают бельгийцы. Естественно, возвращение Зорана Лукича хотелось бы, чтобы опять же оно стало знаковым. Ну и, как говорит сам сербский наставник, сербский рулевой, у него есть колоссальный опыт для того, чтобы не делать каких-то прошлых ошибок, которые были в первые его пришествия, для того, чтобы быстрее выводить вот эту российскую молодежь на новый уровень и делать так, чтобы наша команда как можно быстрее смогла сыграться и добиваться серьезных результатов. Но пока 2-2 в этой встрече. Если говорить об Антверпене, я уже сказал, что, в общем-то, эта команда середняк бельгийского чемпионата. В прошлом году добралась до полуфинала своего первенства. Есть несколько хороших иностранцев. Прежде всего, это 8 номер. Обратите на него внимание. Джейсон Кларк. Восьмерочка. Но у нас Вадим Панин отличается со средней дистанции.
Смотрим повтор этого эпизода. Ну вот, заступил за 6-метровую дугу, а так бы мог получиться бросок номиналом в 3 очка. Если говорить еще раз, представлять бельгийцев, то они смогли заполучить свои ряды в начале этого сезона, вернее, в межсезоне, еще одного американца Пэриса Ли, который выступал в NCAA в прошлом сезоне. За университет Иллинойса. Ну, а так, в общем-то, особо... Да, Морели еще стоит выделить. Александр Морели, сербский форвард. Вот он сейчас с мячом по 12-м номером. Пока в матчах, трех матчах квалификации Еврокубка он самый полезный. По показателю плюс-минус. Ну, а мы смотрим уже ответ на атаку Стрибков. Еловац! Ох, тяжело. И здесь фол. По-моему, Илья Попов его зарабатывает. Он пытался все-таки этот мячик выбить после промаха Еловаца и подбора гостей. Ну что, в принципе, как говорил наш наставник Зоран Локич перед началом этой серии, Антверпен находится в более привилегированном положении. Ну, потому что по-другому, наверное, не скажешь. Уже одну часть квалификации прошли. Это первый предварительный раунд. Сыграли со шведским Лулео. Ну и в обоих матчах не оставили шансов противнику. Победили и на выезде, и у себя дома. Поэтому привилегия определенная существует, еще раз повторюсь. С другой стороны, Нижний Новгород провел очень неплохую предсезонную работу. Были на сборе в Словении, были на сборе в Турции. Там были хорошие матчи, по-настоящему сильными соперниками. Обыгрывали Бешикташ, обыгрывали Мюнхенскую Баварию. Возможно, не в сильнейшем составе из-за проведения чемпионата Европы в те же сроки. Но в любом случае, там было немало квалифицированных игроков. Поэтому с оптимизмом можно смотреть на нижегородцев в предстоящем сезоне. Но главное, чтобы вот таких моментов, как предыдущий, было поменьше. Поскольку, вот, видим мы на чистое кольцо. Тут же отвечаем. Еловат, 4-й номер на очко по ходу первой четверти. Ну, а это Денис Донкор атаковал. В составе Антверпа не забил. Ну что, разница минус 3 на ваших экранах. Главный тренер наших сегодняшних гостей Роял Морс. Человек, который еще недавно играл в баскетбол и выступал за сборную Бельгии на том же чемпионате Европы в Словении в 2013 году. Ну вот сейчас молодой наставник у руля Антверпа. И пытается впервые вывести эту команду в групповой этап Лиги Европы. Лиги чемпионов ФИБА, естественно. На замена. Морели уходит. Исмаэль Бака появляется. А вот этот человек, Исмаэль Бака, под номером 21 он вышел. Ему, кстати, как раз 21 год. Он выступал на последнем чемпионате Европы в составе бельгийской сборной. Провел там не так много времени на площадке. В трех матчах принимал участие. Но с нашей сборной не сыграл. Напомню, что российская сборная обыграла бельгийцев в ходе группового этапа первенства Европы. Ну... Говорят, что Бака очень талантливый игрок. И вот в таком юном возрасте уже попал в ряды сборной своей страны. Ну, а у нас тоже достаточно талантливый игрок сейчас на линии штрафного броска. Жаль, второй не забил. Я, естественно, говорю про Илью Попова. Гусинский. Панин на трехе. У Вадима, мы помним, прекрасно есть. Это самая треха. И он ей пользуется. Есть 4.
И половина стартовой четверти сыграна в этом матче. Вот как раз Бака получает и пытается выпрыгнуть вдвоем Александр Захаров и Илья Попов. Но на Александра Захарова он выступает под номером 93. Стоит обратить особо пристальное внимание. Я его еще помню по выступлениям за молодежную команду «Химки», где он был настоящим лидером. Прошлый сезон провел в Иркуте в команде «Суперлиги». Сумел завоевать вместе с ней серебряные медали в данном турнире. Ну и вот сейчас уже прижился в нашем клубе, поскольку очень неплохо выступал в предсезонке. Ну а в матче с Антверпом в первом, самым результативным, стал 23 очка набрал. Вновь нам показывают главного тренера Ройла Мурса, который активно общается о чем-то со своим помощником. Ну и еще один новобранец сейчас с мячом. На него тоже мы делаем определенную ставку. Американец Стерлинг Гибс. А это Захаров. То, о чем я говорил, у него очень неплохая треха. Так иногда в проходах еще в силу, может быть, возраста заигрывается. Но вот что касается руки, то, в общем-то, классный, мягкий бросок у него. Стерлинг Гибс активно прессингует, в данном случае, капитана и лидера наших сегодняшних гостей Джейсона Кларка. Стерлинг Гибс получает первое персональное замечание, но у нас тем временем Никита Зверев появляется на паркете. В общем, достаточно в Нижнем Новгороде к настоящему моменту и уже знакомых нам лиц, из которых Зоран Лукич будет лепить по-настоящему боеспособную команду. Но есть и вот новобранцы, которых я отметил. Сейчас и Гипс, и Захаров на паркете, Еловац его покинул паркет, ушел на замену. А это Зверев. Тяжелый проход. Бак останавливает его недозволенным приемом. Ну и Зверев на линии штрафного броска. Лимит командных уже выбран у Антверпа. Нижний Новгород также находится на грани. Но вот надо побережно к штрафным относиться, пока игра идет. Но центровые не безупречны пока в этом баскетбольном компоненте по ходу первого отрезка. Мы видели, что Илья Попов уже промахнулся. Сейчас Зверев. Один из двух. Но опять же, где-то надо разогреться как следует. Бака. Ну вот, наверное, вот почему свои... Еще только 21, свои 21 год, да, он уже в сборной страны. Хороший пик-н-ролл заиграли сейчас бельгийцы. И всего лишь 3 очка преимущества Нижнего Новгорода. Зоран Лукич. У него новые помощники. В нынешнем сезоне Предрак Боднерович и Алексей Жуков. Те люди, которые очень любят и умеют, самое главное, работать с молодежью. Наш наставник специально их приглашал на этот пост для того, чтобы, вот как я уже говорил, как можно быстрее сделать из команды более классный коллектив. Вы спрашивали, бельгийцы не спортивные, но тут, в общем-то, было все достаточно жестко. Вадим Панин останавливал движение к кольцу, но в рамках дозволенного. Относительно неспортивного фола, естественно. Ну и мы смотрим, первый штрафной бельгийцы не забивают. Ну а второй точный. Вообще, нижегородцы, наверное, мало что-то знают о бельгийском баскетболе. В общем-то, он не самый популярный вид спорта в этой стране. Так, в общем-то, сразу и не скажешь что-то такое внятное о
бельгийском первенстве. Но так и если разбирать какие-то моменты, то можно, конечно же, отметить каких-то игроков, определенных личностей. О, хороший Кларк. Такой парашютик запускал в сторону кольца, благо не забил. Ну а нижегородцы имеют возможность в быстром прорыве. Нет, позиционную атаку встали, уже Стерлинг Гибс начинает розыгрыш. И один в одного сейчас будет играть. Ох, там очень было похоже на такой своеобразный пронос в исполнении Стерлинга Гибса. Но нижегородцы, опять же, все-таки этот мяч в итоге потеряли. Ван Вейн пытается пробиться. Захаров останавливает его проход. Ну и вот мы видим Пэрис Ли. Благо не забил тут Бака со своими 2-0-9. Пашет по полной в трехсекундной. И смотрите, обыгрывает. Очень большие претензии у Вадима Панина к Никите Зверю, который должен был закрывать эту позицию. Поставить спину для того, чтобы не добрался Бака до мяча. Ничего подобного. И уже абсолютное равенство. 14-14. Эта игра не такая результативная, как была несколько... А, вернее, пару дней назад там, в Антверпене. Ну и все говорит о том, что сегодня результат преобладает в действиях и той, и другой команды. Очень такая громкая атмосфера сегодня в Фоке Мещерске. Что называется, нагрузили нашего соперника. Но вообще, мне кажется, и даже зрителям тяжеловато слышать друг друга. Стерлинг Гибс с мячом. Узинский на флажке атакует, поскольку время истекало. И вновь не точно. Минута 20 остается играть еще в первой четверти. Ли с мячом. Против Панина остается. Передают его друг другу игроки Нижнего Новгорода. Кларк. Ну и вот опять же, сейчас хорошо сыграли против Исмаэля Бака. И под кольцом. Сумели все-таки отбиться. Ну понятно, вопросы к Никите Звереву. И тут после того, как подбирают полной пустоте мяч под нашим кольцом, долго Зверев на паркете не продержится у такого наставника, как Лукич. А тут же Губанов. Ну и вот когда Губанов появился, отработали под своим кольцом уже более достойно. Ну а на Стерлинг Гибс встает на линию штрафного броска. Последний сезон в NCAA выступал за Коннектикут. Если мне не изменяет память, это такой достаточно солидный университет. Ну а до этого несколько лет провел в школе Сеттон Холл. Это не самая серьезная школа в американском баскетболе. С другой стороны, там Стерлинг Гибс был настоящим лидером. Кстати, Гибс и Панин пошли отдыхать. У нас Георгий Жбанов появился на площадке. Сейчас более легкой пятеркой играет Лукич. Жбанов, Захаров, Узинский, Стрибков и только один большой Губанов. Ну и мы видим, что этот прессинг себя оправдал. Нижегородцы сумели забрать себе владение. Еще 30 секунд играть в первой четверти. Вот повтор этого эпизода. Захаров на Губанова. Губанов подзывает, просит ему помочь. Но все заканчивается неточной диагональной передачей. И вот теперь нужно попробовать отзащищаться в финальной части первой четверти. Губанов на подстраховку идет. Бака! Да, исполняет Исмаэль. В клубе в бельгийском смене такой серьезной репутации его нашли селекционера Антверпена. Называется Стелла Артуа. В прошлом сезоне там выступал. Ну и такая колоритная прическа у этого парня. Чем-то напоминает Джоакима Ноа, центрового
французского центрового. Ну что, 16-15, минимальное преимущество Нижнего Новгорода. Короткая пауза, после чего продолжим. Ну что, Нижний, нам нужно еще больше поддержки. Дайте, дайте, больше, больше, больше. Андрей, где вы? Прямо сейчас мы выиграем одно очко. Надо больше, надо еще больше. Все зависит только от нас. С вами Трюни. Мы поможем, мы знаем, что с тобой делать. Итак, Нижний, внимание. Та трибуна. Трибуне надо быть активнее. Трюбик, давай еще раз. Это отлично. Трюбик выбирает следующую трибуну. Внимание. Итак, готов? Поехали. Куда? В ту сторону. Еще раз. Вперед за Нижний. И самый-самый-самый громкий. Вперед за Нижний. Нижний, нам нужна ваша поддержка. Верим в победу. Вторая четверть, ее старт. Напоминаю, что сегодня дебют на своем паркете в новом сезоне у баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Ну и участвуем во втором раунде квалификации Лиги чемпионов ФИБА. Новый для нас турнир. Не попали мы в заявку Кубка УЛЕК в силу низкого места в прошлом сезоне в чемпионате Единой Лиги ВТБ. Но вот зато участвуем достаточно неплохом турнире, который неплохо себя заявил в прошлом сезоне. Напоминаю, что есть определенные трения у двух самых серьезных организаций в баскетболе. Это УЛЕП и ФИБА. ФИБовцы сейчас создают, пытаются создать свой конкурентный клубный турнир. В прошлом году, в общем-то, на хорошем уровне он прошел. Было немало у них добротных команд, участвующих в групповых турнирах. Это и турки, и итальянцы. Ну и то же самое сейчас. Вот именно в эту когорту сильнейших нижегородцы пытаются пробиться. И пробиться нужно через сначала через бельгийский Антверпен. Напоминаю еще раз, для тех, кто, может быть, только что подключился к нашей трансляции, более 3 очков сегодня Нижний Новгород должен побеждать. Ну, а тут какие-то проблемы. Замена происходит. Правильно, замена была произведена. Да, не так просто оказался этот самый бельгийский Антверп, если исходить из первой четверти. Всего лишь одно очко преимущество у нижегородцев, а сейчас оно и совсем растаяло. А вот теперь опять появилось, благодаря усилиям Александра Захарова. Ну и в защите болельщики призывают Фоки Мещерский работать в этом направлении нашу команду. Бака со средней дистанции не так хорош, как под самым кольцом. Нижегородцы позволили ему бросать, зная, видимо, о том, что в этом баскетбольном компоненте он не слишком крут. Ну и теперь уже в позиционном встает наша команда. Захаров на Стрибкова. И Стрибков сам
решает бросить. О, какая трёпка! Через большущего Исмаэля Бака сумел все-таки Ваня перебросить его и еще и забить-то к тому же. А здесь Петр Губанов едва-едва до этого мяча не дотягивается. Ну и замена происходит в составе наших сегодняшних соперников. Дэйв Дадзинский, еще один американец в составе Антверпа по 23-м номерам. Сейчас он на ваших экранах. Ну тут вот четверо. Тайлер Калиновский, Дэйв Дадзинский. Двух американцев я уже представил, ну а наш атакует. Ела Ватс, у него тоже есть три. Стефана Еловаца. И 4 очка в одной атаке. Серб может набрать. Уже 24-17. Тайм-аут берет главный тренер гостей Royal Morse. Понимаю, что коллектив Лукича начинает уходить вперед. Но у нас хороший такой состав больших. Вот именно, да, я имею в виду, конечно же, Петра Губанова, того же Стефана Еловаца, который вполне-вполне может трёху запустить, что мы сейчас и видели, еще и с сопротивлением. А нужно еще учитывать, что нижегородцы находятся в усеченном составе к настоящему моменту. Неприятное событие случилось несколькими днями ранее, когда Максим Колюшкин... получил повреждение. Там, видимо, будет операция. Мениск будут вырезать. И по предварительным оценкам врачей что-то около 2 месяцев пропустит защитник нашей команды. Максим Колюшкин прошлый сезон провел в Уфтодоре, но мы все хорошо его помним по выступлениям в «Локомотив Кубань», да и в сборную России вызывался в свое время. По-моему, если мне не изменяет память, даже при Дэвиде Блате. Поэтому такой взрывной, хороший защитник, которому нужно игровое время. Жаль, травму получил. Понятно, что кроме этих 2 месяцев нужно будет еще какой-то промежуток для того, чтобы восстановиться. Ну а тем временем Стефан Еловац... 4 очка приносит нашей команде, забив этот бонусный штрафной. Ну и вновь в защитке бы сейчас попахать нашей команде. Ван Вейн против Панина. Вадим показывает, что вроде бы сам цеплял его рукой за майку, но... Именно 20-го номера нашей команды увидели недозволенный прием арбитра. Пересли. Но молодец Жбанов, несмотря на то, что упустил Ли, затем не позволил ему легкие 2 очка набрать. Но Пересли теперь поупражняется в пробитии штрафных бросков. А уж как оно это сложится, одному богу известно. Сейчас посмотрим, как со штрафными у этого защитника. Так, с треском первый забил. Второй туда же. Жбанову тяжело тут выносить мяч из-за лицевой, но все-таки сумел. Стрибков помог. ...15 секунд остается на реализацию атаки. Стрибков с Панином отыгрывается обратная передача. И уже Ване нужно что-то решать. Захаров. Хорошо в данном случае. Ах, жаль, не попал Жбанов. Красавец. Ну и, по-моему, мяч у Нижнего должен остаться. Нет. Побрели в сторону нашего кольца. Это значит владение Антверпа. Да, приблизительно то же самое, что несколькими минутами ранее исполнил Иван Стрибков. Не получилось у Александра Захарова. Также через Бака приходилось выпускать этот мяч. Но
чуть-чуть не хватило точности и отправил его Зоран Лукич отдыхать. Вновь защищаемся. Панин. Ну да, Дзинский. Комбинация задняя дверь, бэкдор. Лицевой прошел, и вот этот проход остался незамеченным игроками нашей команды. Достаточно вольготно себя трехсекундный чувствовал американец. Нужно собраться нижегородцам в плане защиты. О, хороший момент! Да что ж такое? Жбанов не забивает из прекрасной ситуации. Но кто сказал, что лучший враг хорошего? В данном случае Жбанов забирает сам же этот подбор. Ну, а затем еще исполняет. Жаль, вот только, похоже, фол самому Жбанову свистнули. А эпизод смотрелся классно. Исмаиль Бака. В роли разыгрывающего, но Вайнмейна находит. Еловаться надо бы подсуетиться. Панин. Передача на Попова. Но дави Бака. Нет, этот мяч ушел. Данкор его не достал. Чуть затормозило нападение Нижнего Новгорода. Активную ротацию Лукич проводит. Стрипов. Не будет точно этот бросок, а что там? А там пол нападения показывают арбитры. Осталось понять, кому. Поможет команде защищаться. Защита! Ну, похоже, Илье Попову. Да, третье персональное замечание. Проблема никуда не делась, друзья. Мы помним, что Илья Попов активно набирал фолы в предыдущем сезоне. Но вот Лукич просто негодует сейчас от того, что происходит последние минуты на площадке. Под ним просто паркет горит. Данкор с дальней решил зарядить, попадает. И опять Зоран характерным жестом показывает, что крайне недоволен действием своих игроков. Ну а что там? В принципе, заслоном помогли, а подстраховать никто не сумел. Данкор выбрался из-под заслона и комфортного для себя, и потом уже без шансов. Еловац! От кого этот мяч уйдет? А уйдет он от бельгийцев. Тайм-аут берет наш наставник для того, чтобы переговорить со своими игроками. Ну и понятно. Так уже три, по-моему, или четыре атаки никак не можем забросить. И не случайно, что достают нас по счету соперники. Всего лишь плюс одно сейчас у Нижнего Новгорода. Хорошие атаки у нашей команды и у соперника. Ну, вот опять же, возвращаясь к бельгийскому баскетболу, тогда же игроков-то навскидку не вспомнишь в этой стране. Да, есть Аксель Эрвель, который в свое время за Реал выступал. И есть
Сэм Монросом из Валенсии. А так, в общем-то, ну, мы видим, что клубный баскетбол достаточно неплох. В Бельгии он в какой-то, наверное, мере развивается за счет заокеанских баскетболистов прежде всего. Так вот, припоминаю, я несколько клубов российских встречались с бельгийцами. В свое время удалось поработать в бельгийском Остенде на матче московского «Динамо» с этой командой. Так вот, там сгорели динамовцы в бытность тренера Святислава Пешича в одну калитку, что называется. И помнится, Химки в Москве играли, по-моему, с клубом «Монс», если мне не изменяет память, может быть, «Шарлеруа». И тоже игра такая была тяжелая, тягучая. Там лишь только в концовке химчанам удалось выиграть. Поэтому очень-очень непросто добиться нужного результата в борьбе с подобным противником, который сверхмотивирован, который прошел уже первую квалификацию. Но мы, конечно же, верим и надеемся. Кусочек мыла сейчас поймал Стефан Еловац там вблизи чужого кольца. Мяч вылетает из его рук, и в итоге вновь нужно возвращаться. Пока нижегородцы впереди, но сколько вот это затишье продлится. Безголевое. Ох, опять передача на Дадзински. И кто его держит там под кольцом, просто непонятно. Василий Мартынов, еще один новобранец нашей команды. За Химки Подмосковья играл. Те Химки, которые выступают в дивизионе рангом ниже. Но опять же, передача на Еловаца. Такое ощущение, что Еловац наелся. Тяжело сейчас сербу. Он в предыдущем матче провел 33 минуты на площадке. Лукич сказал перед началом этой встречи, что не хотел использовать Еловаца вот в таком режиме напряженном. Но опять же травмы. Напоминаю, что Петр Кубанов не выступал в предыдущем матче, поэтому нагрузка двойная легла практически на Еловаца. Да. 25-28, уже минус 3 горит. Еловац треху. А побороться под кольцом некому, потому что Еловац самый большой сейчас на площадке. Такое ощущение, что не то делают нижегородцы в эти минуты. Совершенно не то. И вновь подстраховка. Подбора под нашим кольцом нет. И вот, пожалуйста. За блокировочку тут Роджерса наказывают, по-моему, арбитры. Нет, десятку. Ханс Ван Вей. Нет у меня, к сожалению, стенограммы этого матча. Это такой вкладки play-by-play. Но вот по ощущениям уже, наверное, минут 5 нижегородцы не забивают. Панин. Еловац. А вновь все в его руках. Там фол был однозначно. Понятно, что серб после столкновения там засеменил ногами. Бельгийцы со скамейки могут все что угодно кричать о пробежке, но сначала был фол. Великолепный отрезок нижегородцы провели по ходу старта второй четверти. Любо-дорого было смотреть, но вот потом куда-то вся эта игра пропала. Ну и вот, судя по тем цифрам, которые пока горят на табло, мы и сами, может быть, не так здорово играем в нападении, но и дышать особо в защите не даем. Хотя, конечно,
моменты из серии по Зеленой улице под кольцом Нижнего Новгорода уже были. Но куда без них деться? Мы вспоминаем прошлый сезон, когда едва ли не сотню в каждом матче привозили себе баскетболиста Нижнего. Здесь четыре руки Елова Цегубана. Панин. Вайнвей очень жестко тут его встречал, но Вадим в силу опыта так убрал его с своей дороги. Василий Мартенов. Губанов! Пачка! Нижний вновь впереди, и тут еще Мартенов может зацепить Кларка. Заиграл же Джейсон. Ну вот это то, наверное, почему этого игрока чуть ли не в единственном числе оставили из предыдущего состава Giants. В прошлом сезоне 15 очков где-то в среднем набирал, но и в этом, видимо, одна из главных боевых единиц. Вновь пол, это пятое командное замечание у нашего сегодняшнего соперника. Я так понимаю, Мартынов отправится исполнять два штрафных броска. Но только после тайм-аута. Ройал Морс его заказывает. Группа поддержки Нижнего Новгорода. Напоминаю, друзья, для тех, кто, может быть, не знает, если наша команда не попадает в Лигу чемпионов ФИБА, то там еще существует Кубок ФИБА, такой турнир. А для тех, кто не оказался в главном турнире вот этой самой организации, там, конечно, играть очень не хотелось. Хотелось бы поучаствовать в турнире, который повесомей, проверить свои силы. Продолжение нынешнего сезона по полной. Еще больше поддержки от зала. Ну и напоминаю, что если мы проходим этот самый Антверп, то в следующем квалификационном раунде нас ждет уже команда под названием Роса Радом из Польши. Причем матч состоят в самое ближайшее время, уже через три дня. Здесь, в Нижнем Новгороде, играем. Ну, а потом через два дня выездная дуэль. Но это все, опять же, только при случае, если Нижний Новгород больше трех очков сегодня привезет этому самому Антверпу. Пока, как мы видим, не слишком ладится. Василий Мартынов, один штрафной из двух. Болельщики помнят, что было главным оружием при Лукиче. Это защита. Ну вот опять же, на лицевой. Дозинский достаточно комфортно получает этот мяч. Выпрыгивает, бросает, почему бы не забить. И что там? Да, похоже, это неправильная постановка заслона. Дмитрию Узинскому выписывать персональное замечание. Ну и вновь защищаться минус 3. Пока не здорово. Нужен такой спурт для того, чтобы игроки смогли расслабиться, раскрепоститься. Пока не получается. Был момент, но развить успех не вышло. Еловац! Давай! Он помнит, где он играл до этого. Лига АСБ испанская, одна из сильнейших. И там собраны едва ли не все сливки европейского баскетбола. А у нас Василий Мартынов трёху запускает и попадает. Это было очень вовремя. Последняя атака за бельгийцами. Мартынову тяжело на ногах. Вау, и одна секунда еще будет, будет, будет. Тайм-аут берут нижегородцы. Тренерский штаб нашей команды. Но в любом случае концовку вытянули, не позволили Антверпу уйти в
в роли лидера на большой перерыв. Ну что, все вы видели, Зоран Лукич расчертил комбинацию вот на это, пусть и короткое оставшееся время, но шанс есть для того, чтобы вновь выйти вперед по ходу первой половины. Панин из аута, я так понимаю, судя по тому, что мы видели, Мартынов сейчас будет получать этот мяч, а Губанов будет ставить заслон для того, чтобы как раз это получение состоялось. Вот. Нет, Губанов. Ну и давай, Петр. Ах! Рядом. Но 33-33. Уходим на большой перерыв. И вы сами понимаете, друзья, что эта встреча во второй половине начнется снова при ровном счете. Пока отдыхаем. Мы хотим разыграть несколько подарочков, призов от баскетбольного клуба «Нижний Новгород». И для этого мне нужны 4 желающих, но пока что выходить не нужно. Пока что выходить не нужно. Кто желает, поднимите ручку выше, выше, выше. А покричите, кто хочет призы. Пойдемте, вот вы, да, вы, башки есть первые. Первый желающий есть. Еще, еще выше, пойдем, номер два, номер два. Номер два есть, еще двое нужно. Пойдем, пойдем, вижу тебя, да, да, ручками меня машешь, пойдем, ты все правильно. И последний, последний номер, да, отлично, отлично, 4 человечка есть, 4, пятерку, за команду болеем, за команду болеем, это группа поддержки тоже, да? Пойдем, 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 конечно, конечно, пойдем, давай пятерку, друга, группа поддержки, отлично, группа поддержки, пускай будет здесь. Итак, рассказываю суть игры, которую для вас придумали, называется «Вокруг света». Первая пара, пара номер два. Пара номер два, проходите, пожалуйста, сюда. Будете пока что смотреть. А вас как зовут? Андрей. Меня. Два Андрея, а ты тоже Андрей? Алеша. Алеша, будешь болеть? Давай, Алеша, пятерку. Вставай с ребятами сюда, Алеша. Ну что, Андрей, рассказываю суть игры. Я стою в середине, вы стоите по две стороны от меня. Серега, можно? И второй сразу, если можно, тоже. Отлично. Это номер один. Он стоит здесь. Номер два тоже сейчас к нам придет. Раз, ага, подарки здесь уже, они рядом. Итак, рассказываю, что мы будем сейчас делать. Даже покажу. Вы стоите по дальнюю сторону от меня к мячу и начинаете кружиться. Раз. Два. Ой, мне уже стало плохо. Я так раз сделал 10 раз. 10 раз так вот делаете. И как только сделали, сразу поднимаетесь, берете мяч в руки и бежите в противоположную сторону. Кто первый забивает, тот и проходит дальше. Надо в конце забить, да? После 10 раз такого круговорота вокруг мяча. Отлично, мячик номер два у нас тоже есть, спасибо. Ну что, Андрей? Так, встаете после каждого раза, не спешите кружиться, кружимся одинаково. И по моей команде мы говорим «Старт и бежим». Договорились? Итак, поддержите Андреев, наших участников, все вместе. Итак, Андрей, поехали. Один. Не торопимся. Два. Отлично. Три. Не торопимся. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10. Побежали, кто первый забьет, туда, побежали. Так, что такое у нас координации. Кто первый забивает? Yes! Отлично, номер один. Андрей, не расстраивайтесь, забивает свой все-таки, наверное, мяч. Здорово, круто, красавчик.
Ну давай, дядю, можно. Мужики, ваш черед, ваш черед. Алёна, что же у нас будут поддержки? Как зовут? Кирилл. Кирилл и Александр. Ну что, мужики, видели, что делать? Андрюха, ты красавчик. Спасибо, круто сделал. Все то же самое. Не торопитесь крутиться вокруг мячика. 10 раз я дам старт. Да, вы туда. Готовы? Да. Главное, не перепутайте старт, это очень трудно. Мяч. Отлично. Поехали. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Здесь пока третий. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Здесь восьмой. Десятый. И последний. Взяли, выбежали, выбежали, выбежали. Как можно быстрее. Какие они нетренированные. Есть у нас пара финалистов! Красавчики, мужики, красавчики! Спасибо за участие, это было круто! Ставим это на место. Правда, молодец! Секунда тебе на отдых. Андрей, пожалуйста. Все, все, все. Ты забил. Ты забил. Отлично, вставай. Андрей и Александр. Парни, правила те же самые. Ты немножечко отдохнул, подыши. 5 секунд еще дышишь, дышишь. Напомню, что победитель получает замечательные призы в подарках из городов в Нижний Новгород, символика клуба. Ну что, мужики, готовы? Зал, поддержим участников! Итак, 3, 2, 1, поехали! Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Смотрите, синхроны как крутится. Шестой, седьмой. Восьмой, девятый, десятый, побежали, взяли, парни, побежали, кто первый забивает? Нет еще раз, нет забившего. Да! Это было круто. Парни, Андрей, Александр, вы супер. Поздравляем. Держи свой заслуженный приз, маечку, баскетболику, Нижний Новгород, шар. Ну а тебе, чтобы не было обидно, финалисты. Мужики, вы супер, вы классные. Давайте тоже пятерочку, болеем за Нижний, болеем за наш клуб. Мы все болеем за баскетбольный клуб Нижний. Хорошего вам времени, братья. Баскетбольный клуб Нижний Новгород! We'll be right back.
что вторая половина этого матча должна быть между Жарками и Нижней. На Укамниках я нужна ваша поддержка. Я напомню, что для самой-самой крутой победы нам нужен подрыв в 4 очка. А лучше, чтобы это было больше. Помогите нам получить какой отрыв. Еще раз. Нижний! И Нижний! Нижний! Спасибо, болельщики, аплодисменты друг другу! Матча второго квалификационного этапа Лиги чемпионов ФИБА. Ответная игра. Нижний Новгород против Antwerp Giants. Бельгия. 33-33 после 20 сыгранных минут. Абсолютное равенство. Ну и вот Стефан Йеловац, главное действующее лицо в составе нашей команды по ходу стартовой половины. Зоран Лукич, Предрак Боднярович, его помощник. Йеловац после 20 сыгранных минут набрал 10 очков. Он самый результативный в составе нашей команды. Ох, Камолов тут заигрался. Можно попробовать забить еще раз. Точим. Сложная была ситуация. Под кольцо полез, но там Бака страховал. Кстати, Исмаэль Бака пока самый результативный в составе наших сегодняшних гостей. 9 набранных очков, ну и 8 у Джейсона Кларка. Кто бы сомневался. Как раз Кларк с мячом. Передача в угол. Дзински. Нет, за подбор побороться. Но опять же, пресловутый Бака. И забрать бы этот мяч. Нет, к сожалению, Панин с Мартыновым на пару не смогли совладать. Но и сейчас фол. Камолов его получает. Но тут скорее тактический фол. Понимал, что на ногах проигрывает Кларку. Вот мы сейчас видим этот повтор. Продолжится атака бельгийцев. Ну а зрители все требуют защиты. В общем-то неплохо. Сейчас два и не происходит. Но Бака один. И благо не дали ему свободно эти два очка заработать. Да. Молодец. Молодой бельгийский, но, как я его уже прозвал в первой половине, очень неплохо смотрится. Правда, бросок со средней, мы уже это понимали и отмечали в первой половине. У Бака не все в порядке, с первым штрафным не справляется. Вторая попытка. И второй мимо. Попов на подборе. Но вот, может быть, сейчас у нижегородцев есть шанс как-то так убежать. Хотя бы небольшой отрыв для того, чтобы чуть покомфортнее себя чувствовать. Еще раз напоминаю, что сегодня нужно выиграть с разницы 4 и более. Попов! Но этот мяч там откуда-то из-за пазухи он доставал. Ушел в правую сторону максимально. И, конечно, тяжело было совладать. Ой-ой-ой. А это Джейсон Кларк. В таком тягучем проходе все-таки этот мяч до цели донес. Ну и получает право на бонусный штрафной. Это означает, что Бака, вернее, Кларк, конечно же, имеет возможность сейчас. Он уже перешагнул двузначный рубеж, но и сейчас станет самым результативным в своей команде. Ладно, не все так здорово. Мартынов. Камолов на Йеловаца. Йеловаца против Донкора остается. И передача на Вадима Панина. Треха прошла в начале матча. И в начале второй половины туда же. Ну что, а Кларк уже активно в розыгрыше. Тут Камолов его прессует по полной. Донкор остановился на две ноги. Хороший бросок. Не попал. И нижегородцы быстренько-быстренько отправляются на чужую половину. Панин переводит этот мяч. Йеловац! Под...
итоговой разницы оставлять на самую концовку. Впрочем, еще эту концовку нужно создать. Кларк. И, похоже, от ноги американского защитника Антверпа уходит за боковую линию. Мяч и владение переходит к нижегородцу. Ну вот внятно, еще что-то внятное нужно создать сейчас Нижнему. Очень непросто. Бельгийцы тоже бьются за этот выход в третью квалификационную стадию Лиги чемпионов ФИБА. Там их никогда не было, и они сейчас очень туда рвутся. Еловац. Дацинский против него. Еловац превосходит его в физической массе, но решил вот через Мартынова. И Мартынов магический полукрюк. Дадзинский 2-0-6, но не самый большой парень в составе бельгийского клуба, но сумел забрать и еще и добавить. Замена у нас происходит. Мартынов пошел отдыхать, Стрибков появился. Еловац также на скамеечку отдыхать, и Петр Губанов. Ну, хорошие вот эти замены, они читаются, потому что и тот, и другой провели такой достаточно тяжелый отрезок. Еловацу постоянно пришлось давить. Мартынов в розыгрыше. Активно также прессингует противник. Ну, вот посмотрим, может быть, Ваня Стрибков. Да, фол. Фол Кларко. Джейсона Кларка второе персональное замечание. Если говорить, кстати, о фолах, то у нас Илья Попов 4 фола. Ну и 3 у Вадима Панина. О! Закаров издали попадает. Вновь нижегородцы впереди. Ликвидирует. Пусть и минимальную, но все равно неприятную для себя разницу. Ну и давайте, давайте по вашим защите, так и хочется сказать. Игрокам нашей команды нет, на периметре оставили. Но подбор-то где же он? Почему же руки Бака, которые вроде бы оттеснили его? Из-под самого кольца игроки нашей команды, но Бака вновь забирает этот подбор. Да, толковый парень, ничего не скажешь. Думаю, большое будущее у этого парня. Кстати, уже 3 игрока перешли двузначный рубеж в составе наших сегодняшних гостей. Дадзинский 11 набранных очков. Бака 11. Петр Губанов трёха! Да, повеселее у нас игра пошла. Во второй половине ничего не скажешь. В плане набора очков уж точно. Трёхи полетели так у Нижнего. Ну и дай бог, чтобы до самого конца они летели. Панин! Стрибков! Нет, в численном меньшинстве. Идем, но не потерять. Только самое главное не потерять. А вот один Камолов. Ну и тут его прикрывает уже Пэрис Ли. Эта передача через пол была не самая быстрая, но сохранили мяч. 10 секунд еще на решение этой атаки. Стрибков полез. И фол внизу. Данкор. Много суеты было в этой атаке у Нижнего Новгорода. У Вани Стрибкова мяч дважды вылетал. Ну вот, может быть, сейчас удастся по собранию. Панин! Ох! Хорошую передачу Захаров ему отдал. Но чуть со скоростью не совладал Вадим. Данкор против Камолова. Камолов молодец на ногах. Пока очень здорово защищается. Страховать! Страховать, так и хочется сказать. Ну и там... Мяч Ван Вейн получал уже стоя за лицевой линией, может быть, на линии. Но в любом случае, свисток арбитра прозвучал, и владение вновь у Нижнего Новгорода.
Ну что, плюс 3, комфортно. Пока не могут забить бельгийцы, нужно пытаться упрочить свое преимущество. Самолов. Пол Дадзински. Кстати, Нижний Новгород уже выбрал лимит командных замечаний. И третья командная у наших соперников. Ну вот, может быть, сейчас чуть полегче будет нижегородцам. Бак ушел с площадки, Дадзински тоже. Камолов. Ну, очень хорошо отсекли всех игроков нашей команды от кольца. Манвейн. И здорово. Захаров после скидочки Петра Губанова. Двигать нужно этот мяч. Много теряем времени в самом начале розыгрыша. Расставляются игроки нашей команды. Я вижу, что Зоран Лукич недоволен. Стрибков. Ну вот. Может быть, Ваня еще пока не в самых лучших кондициях. Напоминаю, что в конце предыдущего сезона у него была серьезная травма. В защите стоим, но секунда остается. Сквозняк запускает Донбар. Ну и понятно, что и Royal Mors не слишком радуется от подобной ситуации. На флажке его подопечным пришлось атаковать. Но опять же, это следствие хорошей защиты Нижнего Новгорода. Тут несколько раз игроки сдваивались. Большие аплодисменты в данном случае Вадиму Панину. Да, будь Вадик чуть помоложе, но вряд ли его Балокич убрал сейчас с площадки, потому что и в защите очень неплохо смотрелся. Но 33 года нужно поберечь. Есть у нас и другие боевые единицы. Захаров треха. Да, как сказал Сергей Панов на предсезонной пресс-конференции, он рвал многих суперлиги. Будем надеяться, что в ближайшее время порвет и многих в главном дивизионе страны. Донкор не забил, это радует. Но два штрафных пробьет. Смотрим Захаров. И его прекрасная треха. Очередная в сегодняшнем матче. Ну а у нас Мартынов, похоже, сейчас появится на площадке. Донкор 2 из 2 пошел отдыхать. Кларк выходит. Совсем немного дал передохнуть своему главному бомбардиру наставник гостей. Но у нас Мартынов вместо Жбанова, да, появился. Сейчас в розыгрыше. Ищет кого-то из партнеров Камолов. Треха в его исполнении. Захаров, но тут Вервурта, а руки быстрее оказались. Кларк. Полез подстраховать. Нет, в полной мере Петру Губанову это не удалось в данном случае. Заходил уже Кларк на посадку. А Захаров треху заряжает. И вновь Камолов, может быть, зацепится. Нет, не зацепился. И вновь сгорает преимущество Нижнего Новгорода. Уже плюс 2 всего осталось. Ну и нужно пахать в защите. Тут другого варианта не остается. Кларк очень легко убирает со своей дороги Стрибкова. Морелия. Ну и что там, 3 секунды. Сербу свистнули в составе наших сегодняшних гостей. Thank you.
54 секунды до окончания третьей четверти. Нужно сейчас попробовать. Ребята, мы что, еще что-то на флажке этого отрезка придумать. Очень хотелось бы, чтобы Ваня Стрепков еще забил что-нибудь. Пока у него всего лишь навсего три набранных очка. Губанов, он отвернулся, а Стрепков все ждет. Против Морели остается скидочка. Захаров. Мартынов. Не прошел фокус. Аля Хуан Карлос Наварро. У нас будет еще, наверное, порядка 4-5 секунд на ответ в этой третьей четверти после атаки Антверпа. Ох, как Кларк убирает. Да, хороший этот парень. Ничего не скажешь, воспитанник колледжа Джорджтаун. Кстати, до этого в Анкаре поиграл. 2 года назад перешел в Антверп. Ну вот штрафные. В одном свезло, уже хорошо. 8 секунд остается на атаку у Нижнего Новгорода. Это значит, что тайм-аут в исполнении тренерского штаба нашей команды. Что Зоран Лукич, он и в бытность-то очень трепетно относился к тому, как будем выносить этот мяч, расписывать досконально. Не только окончательную фазу атаки, но и такой момент, как перевод мяча за центральную линию. И мы видим. Мартынов из аута. 5 секунд остается. Ох, не свезло теперь Мартынову, как жаль. Все сделал для себя, но 49-48, короткая пауза, после чего возвращаемся. Итак, Нижний Новгород, покорить!
Ну что ж, первая атака в четвертой четверти матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов ФИБА. Минимальное преимущество 49-48 у Нижнего Новгорода. Сейчас еще удалось отбиться. Ну и Мартынов, Стрибков, Камолов, Еловац и Губанов на площадке у нашей команды. Что смогут они в самые ближайшие минуты? Пока без движения. Ну вот теперь Камолов на флажке. Прозвучала уже сирена, но чуть ранее, раньше он выпустил этот мяч. А значит, все верно, все по правилам. 51-48 плюс 3 у Нижнего. Эрисли против Губанова остается, естественно, отыгрывается с Кларком. Тот уже порядком нас замотал. Ну и хорошая передача на серба Морелью. Тот спокойно разворачивается, забивает. Но приходится большим кому-то выходить, потому что на ногах обыгрывает Кларк наших защитников. Жаль, что вот Стефан Еловац пропал в последнее время с радаром. С другой стороны, защитники забивают такие достаточно нестандартные мячи. Здесь рядом со мной на комментаторской позиции есть и бельгийские коллеги, которых в случае с тем же Камоловым, Мартыновым буквально хватается за голову. Мол, ни при каких обстоятельствах этот мяч не должен был пробиться к кольцу. Но мы видим, что наши ребята пытаются сделать все возможное, чтобы этот квалификационный раунд остался именно за ними. Главные лица баскетбольного клуба «Нижний Новгород» – председатель попечительского совета Сергей Панов и президент Дмитрий Сватковский. Ох, какую передачу! Юрий Шопен. Не передача, а музыка для наших с вами сердец. От Шопена. В левую сторону Губанову-то подсказать нужно, друзья мои. Но почему же так получается? В данном случае никто из парней не подсказал нашему капитану, что сразу двое там вылетают из-за спины у него на эту передачу. Кларк, посмотрите. Опять же, с таким серьезным сопротивлением Кларк вновь эти два очка укладывают за счет мягкости броска. Пятьдесят два, 7:20. Пока все в руках Нижнего Новгорода. Не так, может быть, как бы нам хотелось в идеале, но нижегородцы бьются. Еловац, пора бросать. Есть! Есть трёха в исполнении Стефана Еловаца. И плюс 4 у Нижнего Новгорода. Вот она. Вот она, священная необходимая разница, которая выводит нас в следующий квалификационный этап. Активно фолят игроки нашей команды, понимая, что вот самое главное не позволить простые очки бельгийцам набирать. Насколько их хватит, опять же, непонятно. Естественно, Антверп разбежался, как я уже говорил, в матчах с Лулео шведским. Страховка. Есть страховка. Ох, и там можно и не спортивный свистнуть. Едва не половал Стефана Еловаца Джейсон Кларк. На пару с Дадзински.
У нас Георгий Жбанов появляется вместо Мартынова. Нет, тут Камолов. Пошел отдыхать, и Жбанов вышел. А там еще Стерлинг Гибс вместо Мартынова. Но вот сегодня Стерлинг Гибс откровенно пока не попал в игру. Всего лишь два набранных очка. Хотя, по мнению тренерского штаба, даже самого Сергея Панова, Стерлинг Гибс очень многое умеет в баскетболе. Будем ждать. А может быть и сегодня в окончании этой четвертой четверти. Так, чисто по хайлайтам, нарезкам эпизодов, по его выступлениям, особенно за Сеттенхолл, он, конечно, просто великолепен. Да, тут как бы 3 секунды не свистнули. Ероватс! Но это его хлебушек, вот такие вот броски. Я так припоминаю в матчах за Литовос Ритас, как он это блестяще все исполнял и сколько крови нам попортил. Ван Вейн. Отгоняют его Стрибков. Жбанов и, по-моему, от Кларка от ноги, нет? Ну вот, то, о чем я говорил, хватит ли в таком режиме сил у нашего сегодняшнего соперника, поскольку, сами понимаете, тренировки-то у Лукича такие, что там сил должно на 5 четвертей хватить, если есть хорошая ротация состава. Да, и нужно отметить, что в 9 человек играет Ройал Морс, наставник гостей. Что касается Нижнего Новгорода, то у нас все игроки заиграны сегодня. Но, может быть, в меньшей степени Никита Зверев появляется. Панин. Еловац помог заслоном. Вадим в левую сторону, нет, решил передачу отдать. Ох, Ване Стрибкову не повезло в данном случае. Буквально выплевывает кольцо его бросок. Ну, давайте, давайте, ребята, в защите, так и хочется сказать. Против Морелли остается Панин. Валит Морелли его, и что там? Ну, видимо, Вадиму. Фол, поскольку две ноги нечетко стояли на полу, хотя там рубка-то была еще та. Да, вот это вот опасно, поскольку еще 5 с лишним минут играть, а у Панина уже 4 персональных замечания. Там по поводу 4 у Попова у меня никаких вопросов нет, сможем заменить, а вот с Паниным, конечно, сложновато. Ох, какой Эли дальний бросок придумал и попал. Ну, по-моему, номиналом 2 очка стало это попадание, поскольку 58-56 горит на табло. Фока Мещерский. Еловац. Его Лия пикает. А можно поддавить, но тут Морелли рядом, страхует. Стрибков. Ох, Майкл Джордана придумал, но мяч-то кольца не коснулся. Вот, к сожалению. А это значит, что время закончилось, и владение ушло из рук. Да, пока немного не то, что мы привыкли видеть в исполнении Ивана Стрибкова. Конечно, и подобные броски в предыдущем сезоне случались, но на таком же своеобразном кураже. Захаров и фол. Морелли. Очень вовремя и очень кстати. Второй командный только еще у бельгийцев. У нас каждый следующий фол будет пробиваться. Еловац пошел отдыхать, Губанов вышел. Вот сейчас очень надо забить нижегородцам. Как мне кажется, это вдохнуло бы в нас новую жизнь. Но, может быть, Гибс возьмет сейчас на себя инициативу. Хотя Пэрис Ли очень активно его прессингует. Приходится расставаться с мячом и отдавать ему Камолову.
Гипс, Камолов, пора. Да, и Вадиму Панину там до этого дальнего отскока было не добраться. По позиции сыграл. Ну да, наверное, Камолов прав. Не отбиться было ему против более физически сильного Морелли. Если бы Морелли развернулся, в общем-то, там два очка без вопросов. Ну а пока пускай два штрафных попробуют забить. Вот, пожалуйста, первый промахнулся. Вторая попытка. Во второй точке. Минимум, который нас не устраивает. Плюс один у Нижнего Новгорода, 58-57. И 3:40 еще играть. Вот уже час икс настает, что называется. Сумеет ли нижегородцы качнуть все-таки в свою сторону? Опять Губанов. Но тут тактический фол, поскольку Пересли остался против Петра Губанова. Морелли, конечно, страховал. Но имеют возможность бельгийцы еще разок безнаказанно, по сути, свалить. Третья команда сейчас получили. Захаров. Захаров трех, очень важная. Да. В тот момент, когда плач-тайм наступает, Захаров запускает сквозняк. Ну и в защитке. Ох, проталкивает какой мяч Исмаэль Бака. Вроде бы закрыл его Захаров. И руку там на мяче даже оставлял. Но протолкнул Исмаэль Бака. Четвертый фол бельгийцев. Аплодирует скамейка наших сегодняшних соперников, понимая, что Панин там практически на рандеву с кольцом ходил, объехав это сдваивание Антверпа. Мартынов пока лишь только показал. 8 секунд на реализацию атаки. Мартынов полез, ну это так, в сторону моря. Не то, не то делают сейчас игроки нашей команды. Мартынов взял на себя инициативу. Ну и вот Морелли. В составе Антверпа был с мячом. Ван Вейн на Кларка. Ну и Кларк, понятно, сейчас будет обострять. Бака, Лин, многое решает этот эпизод. И в итоге минус 4 у Нижнего Новгорода за 2:05. Тайм-аут Зорана Лукича, который в буквальном смысле неизбежен. Ну что мы имеем? 7 очков нужно отыгрывать в самое ближайшее время. Шанс есть, но он не такой большой. Хотя, конечно же, продолжаем верить в то, что нижегородцы все-таки сумеют внести интригу. Напоминаю, что если плюс 3 будет к окончанию основного времени у Нижнего Новгорода, то мы еще увидим и дополнительно. Пятиминутку. Пересли стал своеобразным X-фактором. Во второй половине это нужно признать. Сначала там забил какой-то. Вот она, кстати. Или это последняя треха? Да, это, наверное, последняя треха. А до этого была еще более такая безумная, не доходя метра до 6-метровой дуги. Но и именно с этой трехи началась самая настоящая погоня. Но нам нужна быстрая атака. Два штрафных. Сейчас исполнит Стефан Еловац.
Смотрим. Ну да, там в спину подтолкнул. А тут бы еще вот штрафные надо забивать. А еловаться. Но, к сожалению, в первой попытке не точим. Второй забил. Прессинг. Начинает организовывать нижегородцы, правда, в единственном числе. Камолов прессингует Кларка. Морелли. Тут можно и поактивнее еловаться против него поиграть, поскольку введение, видимо, не конек сербов в составе Антверпа. Но и отзащищались нижегородцы. Еще более полторы минуты играть. А это значит, шансы велики. Еловац. Еловац против Переса Ли. Ну и что там? Ничего не было. Ну еще и мяч достается бельгийцам. Зоран Лукич озадачен, конечно. Нет, нужно признать, что бельгийцы, конечно, очень здорово разбежались в этой квалификации. Будь у нижегородцев первые два матча квалификации с клубом чуть ниже рангом, то, наверное, игра была бы совсем другой. Но вот сегодня имеем то, что имеем. Еще и Кларк забивает сумасшедший мяч в очередном проходе. А нам нужна очень быстрая атака. Стрибков даже не смотрит на кольцо. Еловац. Ну и вот Еловац вынуждает фалить. Да, Еловац 16 очков набрал. 11 у Захарова и 8 у Вадима Панина. А больше... Нет, еще у Мартынова есть 8. Еловац первый забил. Секунд это, по сути, времени на две атаки. И понятно, что сейчас бельгийцы будут убивать это самое время по максимуму. А вот уже нижегородцы по-настоящему. Такой серьезный прессинг. Но Перес Ли разбивает его. Ну а когда мяч доведен до Кларка, тут, в общем-то, уже понятно, что... Бельгийцы никуда торопиться не будут. Самое главное, что выстоять. А Кларк, смотрите, какой кроссовер завернул. Да, хороший игрок в составе бельгийцев, это нужно признать. Сегодня возил нас в любую, хочешь правую, хочешь в левую сторону. Жбанов выигрывает этот мяч. Морелли приходится выбивать. Смотрите, какой кроссовер. Камолов за спиной. После этого перевода мяча. Ах, еще бы эндван, но, может быть, тогда какая-то маленькая надежда была бы. Ну, а так только два штрафных. Первый точен. А второй не забил, но тут есть возможность подобрать Стрибко. Камолов, бросать нужно. Время уходит. Жбанов львом бьется под кольцом, даже несмотря на свои небольшие габариты. И, похоже, сумел выцарапать этот мяч. Но... Все мы прекрасно понимаем, что 7 очков уже не отыграть. Трех у Камолов не забивает. И, похоже, на этом все. Вадим Панин еще один раз мимо. 62-66. Друзья, не сумел пробиться Нижний Новгород в основную сетку Лиги чемпионов ФИБА. Я так понимаю, будет участвовать во втором по значимости турнире этой организации. К большому сожалению... Так, как мне кажется, до конца и не сумела вкатиться наша команда в эту двухматчевую серию с Антверпом, который, в свою очередь, уже успел провести две игры и был
мобильнее. Но будем надеяться, что магия Лукича все-таки скажется уже в самое ближайшее время, в самых ближайших матчах. Напоминаю, что для Нижнего Новгорода единая лига ВТБ стартует 15 октября матчем с Вебом. Ну а пока вы видите все сами на своих экранах. 62-66. Сегодня Джайнс из Бельгии сильнее. На этом наша трансляция подошла к концу. Помогал вам ее смотреть комментатор Александр Белкин, режиссер Дмитрий Бирюков. Всего вам доброго, ну и обязательно увидимся на баскетболе.